13 сентября на территории Тамбовской области пройдут 24 избирательные кампании. В Рассказово состоятся две – по выбору главы администрации Тамбовской области и по выбору депутатов городского совета. Впервые за 10 лет выборы главы администрации Тамбовской области проводятся как прямые, и многое будет зависеть в том числе и от качества подготовительной работы избирательных комиссий. На каждом избирательном участке будут присутствовать представители аппарата президента, основной задачей которых является фиксация нарушений. Полномочия членов избирательных комиссий подтверждаются не только нормативным актом, но и удостоверением. Вас могут не пустить избиратели домой, потому что с вами приехал целый арав желающих. Есть конституционное право по защите жилища, есть неприкосновенность. У кого-то есть право присутствовать при домашнем голосовании, но избиратель вправе не пустить всю эту историю. А вот член комиссии с правом решающего голоса имеет право войти беспрепятственно, и если человек его приглашал, заявку подавал, совершить процесс домашнего голосования. Но и у члена комиссии с правом решающего голоса при себе должно быть удостоверение, которое вправе потребовать гражданин. С места, где находятся наблюдатели, члены комиссии, представители СМИ, должно быть видно одновременно три точки – где выдали бюллетень, где произошло тайное голосование и куда избиратель опускает свой бюллетень, то есть стационарный ящик. Никого рядом со стационарными ящиками не сажаем. Что там подсматривать, как голосует избиратель, что у него в избирательном бюллетене написано, не позволено никому. Это запрещено законом. Они у вас все абсолютно прозрачные, как стекло. Из других мест вам самим должно быть удобно видно.